но 18 числа 18 были, начались такие бои. Начали бои. И ну, где-то уже после обеда, перед вечером, в принципе, я был ранен. То есть Беркут, специальные силы полиции. Специальные силы полиции Беркут. Они использовали гранаты. Пужали гранаты, водометы. Водометы. Травматическое оружие. А травматическое збрання. То есть те ранения, которые получили, это по всему телу были. По руках, по ногах. Yeah. Это были травматические ранения. В том числе перелом. Я получил перелом, в результате которого не мог... Не мог двигать рукой. И потом еще прямо передо мной упала граната. Потом передо мной упал гранат, прямо передо мной. И в результате оторвало в части нескольких пальцев. Вам оторвало... Это граната оторвала несколько пальцев, да. И уже не мог видеть, получил пробитие уха. Не видел, не слышал. Някий час. То есть уже да. Не то, что воевать, но помог друг, который меня вывез уже оттуда, в больницу. Камрад его там тут достал. Ну, пусть тады, но. Ну, а как вы попали в Чехию? Ну, уже позже, где-то через неделю, когда чуть-чуть стабилизировалось. Утянулись, это точку стабилизовало. И я уже, в принципе, мог нормально двигаться. Мог всем загибать. Я обратился в штаб. Обратился на штаб Майдану. А оттуда мне сказали, что есть команда чешских докторов. И я... Они сказали, что я там тим чешский. И направили меня туда, чтобы я пошел. Они мне потом, ten tým mě potom послал на лечение до Чехии. И хочу, конечно же, поблагодарить, большое спасибо сказать и чешскому народу, за поддержку украинских людей, которые боролись за демократию, за свободу. Которые боевали за демократию. Спасибо большое. Jste tady teď ještě se setkal s ukrajinským mužem? Tady byl léčen, pak byl opravdu surově poraněn. A je to dobře, že léčíme Ukrajinu? Samozřejmě. Když lidi jsou v nouzi, tak jim máme pomáhat. Bohu díky to děláme.